28 мая отмечаются 4 православных церковных праздника. Пахом теплый посвящен одному из основателей монашеского общежития в Египте, Пахомию. Годы жизни, конец 3 века, 348 год. Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца. Память ростовского и суздальского епископа Исаии. Жил до 1090 года. Почитание как чудотворца установлено в 1474 году. Благоверного царевича Дмитрия Угличского. Церковь чтит память сына царя Иоанна Грозного Дмитрия в 1582-1591. Причина его смерти до конца не ясна. Преподобных Ефросина и ученика его Серапиона Псковских. Праздник святого Ефросина в миру Илиазар. Годы жизни 1386-1481. Создатель Спасско-Илиазарового монастыря. Почтение памяти его ученика Серапиона. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.